феврале 1857 года в Барнаул приезжает Федор Михайлович Достоевский вместе с супругой. Это второй визит писателя в город. В письме старшему брату Достоевский сообщает: «Я остановился в Барнауле у одного доброго знакомого. Тут меня посетило несчастье. Случился со мной припадок эпилепсии, перепугавший до смерти жену, а меня наполнивший грустью и унынием». В феврале 1938 года в Барнауле выходит постановление властей о регистрации радиоприемников. Устройство необходимо до 1 марта отметить в центральном радиоузле. А он дантист, надомник, рудик, у его приемник грундик. Он его ночами крутит, ловит контр-ФРЕ. 11 февраля 1985 года Барнаул посещает член Политбюро ЦК КПСС Гейдар Алиев. Он баллотируется в Верховный Совет от Барнаульского центрального избирательного округа. Алиев обещает, что в городе будет построен театр оперы и балета.